Мы можем сколько угодно блокировать эти сайты, но мы должны понять, кто за этим стоит. Надо менять законодательство, надо преследовать этих людей, которые объявили войну нашим детям. Потому что сегодня подростковый суицид, он совершенно другой по социальной структуре, чем это было 6 лет назад. Раньше счеты жизнью сводили подростки, которые подверглись насилию, жестокому обращению, там никому не нужны и так далее. Сегодня это благополучные дети, у которых есть персональные гаджеты, которые заходят в эти социальные сети, их туда затягивают, и они подталкивают их к самоубийству. Поэтому это очень серьезно этим заниматься, мы этим сейчас начали заниматься.